Теперь мы знаем это точно. Сын машиниста паровоза и медсестры Виктор Янукович в душе всегда был царевичем. В 2009 году от безграничности финансовых возможностей кружилась голова. Хотелось и небывалой умопомрачительной роскоши. Но что он видел? Квартиры политработников, особняки из американских боевиков, мыльных опер и пятизвездочные отели. Не сумев остановиться на чем-то конкретном, Виктор решил брать все. Самое дорогое, заграничное и чтобы блестело. В общем, чтобы было богато. Президент Украины больше не мог позволить себе и своим близким садиться на обычные унитазы и мыться в обычных ваннах. Унитазы бережно установили на позолоченные ножки и пустили по контуру орнамент. К мраморной ванной и раковинам прикрутили позолоченные краны, а по стенам душевой кабинки пустили позолоченных же фазанов. В блестящем банкетном зале Янукович чувствовал себя немного Людовиком. Приемный с высокими стульями в рыцарском стиле полководцем. В домашнем кинотеатре с кожаными креслами Леонидом Брежневым. А нежесть в сауне послеобеденным фавном. Его сподвижник, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонко, подражал шефу во всем. Жалко, что он не мог себе построить дом побольше. Вдруг президент обидится. Поэтому свой небольшой особнячок Пшонко превратил в сейф. Простенький снаружи и затейливый внутри. Генеральный прокурор сходил с ума по стразам, поэтому в его двухэтажном доме блестит и переливается каждый квадратный метр. Еще одна страсть – иконы. Ими завешаны почти все стены с потолка до пола. На рабочем столе гигантский инкрустированный драгоценными камнями крест. Это еще не все. Видимо, истово верующий генеральный прокурор был так занят работой, что не мог часто посещать церковь. Тогда часть святых мощей он просто перевез в свой кабинет. Ну и, конечно, портреты. Царская кровь и здесь играла. Жена Пшонки позировала в костюме императрицы Екатерины Великой, а сам генеральный прокурор никак не мог определиться, кто он – Наполеон или все-таки Юлий Цезарь. Перед таким же выбором в свое время стоял и центральноафриканский диктатор Жан-Бетель Бакасса. Свою мечту о коронации в 1977 году он воплотил в реальность. Ничто ему не помешало надеть сначала на свою голову золотой венец, а потом и корону с 2000 бриллиантов. 9-метровая мантия, отороченная горностаем, и расшитые жемчугом ботинки тоже были при нем. Когда в 79-м императора Бакасу I свергли, экскурсия по его дворцу оказалась куда более интересной, чем по Межигорью. 4 ручных крокодила продолжали обгладывать кости неугодных, а в холодильниках было бережно заготовлено человеческое мясо. Бакасу свергли во время его визита в Ливию. Жаль, что в 2011 году, когда власть потерял и Муаммар Каддафи, мировые телеканалы показали кадры уже разграбленных резиденций членов его семьи. Их объединяло одно – просторные бассейны, джакузи и шикарные ковры. Гардероб его дочери, одной из самых красивых женщин Африки, Айши Каддафи, повстанцы не нашли. А он мог быть не менее интересным, чем коллекция Имельды Маркос, жены филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса. Имельда по прозвищу «Железная бабочка» закупала одежду и обувь в промышленных масштабах. Средняя цена чека – $1,5 миллиона. Особенно первой леди нравились туфли. После ее бегства с Филиппин пораженные оппозиционеры обнаружили стеллажи с 3000 пар обуви.